Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» – это один из популярных спортивных центров города. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе. Как организована работа в комплексе, состояние зданий и оборудование? Все это обсуждалось в ходе рабочего визита главы администрации Бориса Беляева в спорткомплекс. Здание сравнительно новое, тем не менее, ежегодно на улучшение условий для посетителей вкладываются средства. Так, например, в бассейне утеплены окна, приобретены осушители воздуха. Все это обеспечивает нужный микроклимат для занятий спортом, что немаловажно для занимающихся. В соответствии с необходимыми требованиями проводится ремонт и в большом спортивном зале. Сейчас здесь выровнены полы. Здесь пришлось по технологии демонтировать полностью старые покрытия вот этот, и снимать практически 7 сантиметров стяжки бетонной. Мы ее снимали, трудоемкой работы. После этого были маячки уложены, вот вы видите, да, и по ним ровно сделали. Все три этажа спортивного комплекса эффективно используются. На втором этаже разместились тренажерные залы. Будучи сам любителем спорта, Борис Владимирович поинтересовался качеством используемых тренажеров, пообщался со спортсменами. Спортивное оборудование установлено разных видов, действующих на все группы мышц. Причем многие рассчитаны и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Правильно подобрать и организовать занятия помогают опытные тренеры. Тренажеры качественные, как здесь? Может, ниже, выше? Хорошие? Самые низкие. Зачем мы это делаем? Ну, качество, если бы не для... Если мы классно выше назовем тренажер, лучше. Ну, профессионально, нет, конечно, с подвышенным. Тем не менее, глава администрации рекомендовал рассмотреть варианты замены тренажеров на более современные, для более качественных занятий посетителей. На третьем этаже тренируются борцы. Сейчас спортсмены готовятся к серьезным соревнованиям. В зале для борьбы Борис Беляев обратил внимание на освещение. Не остались в стороне вопросы оформления залов, внешнего вида здания и безопасности.